Слушай, братан, мы уже приехали и уже целый день дома. А там сосед, он вроде нормальный, может познакомимся к нему? Ну давай, пошли, пошли. Только смотри, у него нож в руки. Какой нормальный? 100% манетина какой-то. Не хочу я туда идти. Не хочу. Пошли. Да, 100% маньяк, пошли обратно. А, чё-то нам брат не везет с соседами. Каждый раз какой-то киллер какой-то или манет, смотри, опять бежит. Да нормально, он просто повар. Да, как, конечно, повар, смотри, бежит, что-то там копает, уже 100% трупаков уже закопал там пару. Смотри, не-не-не, обратно ты иди сам, я посижу тут, всё, иди в жопу. Может, это просто он милиционер? Конечно, всё, иди, я тут буду. Побежали, давай сюда зайдем. Братан, я думаю, то, что он мирный, все будет хорошо. Бум. Это кто там опять шумит? А ну, сосед, открывай, ёханый бабай, давай быстро открывай. Давай. Хей, рыбы, хей. Ого. Сосед наркоман. Ай, вот охренеть. Да, я котлетки делаю, что вам-то надо, вы рыбы тупые. Ну смотри. Да, не тупые мы. Мы с братом только переехали, хавать нечего, давай хотя бы котлетками нас накормишь. Можно? Пошли, брат. Пошли, брат. Вы что, офигели? Офигеть. Тут у тебя рыба плавает, прикинь. Я вас сейчас порежу. В смысле? Так ты ж повар. Охренеть, мой чербат, убегай так отсюда. Пошли вон отсюда! Запомните имя Спанч Боб, я тут заправляю всем районом, понятно вам? Братан, это ненормально, братан, надо звонить в полицию, быстрее побежали. Побежали нафиг отсюда. Ну что, братан, может он нас все-таки накормит? А, не знаю, давай звони, стучи в дверь. Давай, я звоню, ты открываешь. Поаккуратнее, Боб или кто ты там, бабуля, Боб, не знаю, короче, пожалуйста, накорми. Мы с братом очень просто проголодались, только с дороги, мы очень хорошие, мы просто погорячились, да. Накорми нас, пожалуйста, Убочка, Даша. Я сейчас из вас кишки выпущу. Да не надо, мы просто хотим кушать, почему ты такой злой? Да как же меня достали. Ладно, заходите. Давай, брат, вламывайся, давай. Какая хорошая дыхание, слушай, тенечка. Да ну не трогай ничего, не трогай. Хорошо, рыба, рыбу эту жрать можно? А ну, брат, иди сюда, пополам поделим. Я тебе сейчас попу прострелю. Ладно, в смысле? Пошли хавать уже, давай. Ну ладно, давайте хавать. Заходите в мою кухню, заходите. Да куда? Да я захожу. Давай, садись. Так садись, за стол садись. Да будь культурным, садись сюда. Да это нам. Бабушки. Наливай в графин, давай. В этом графине был прах моей бабушки. Не было там праха, я все вынюхал. Ладно. Так, я готовлю котлетки. Да, давай. А вам отбивные или там куриные какие? А можно телевизор посмотреть? Нет, посидите за столом. Ай, ладно, ладно, да. Ладно, хорошо. Давай. Так что вам, какие куриные там, не знаю, какие? Ой, ну-ка, да, куриные там с оливье можно. Хорошо. Куриные. А солью посыпать? Да, сахар там, перчик. Вы что, совсем что ли? Какой сахар, какой соль? Что вы там делаете вообще? Да, все нормально. Вы что? Алло, куда? Куда? Куда вы там побежали? А ну, стоять. Открой, давай, да не открывай, не открывай. А мы тут просто стоять. Давай, вали отсюда. Вали отсюда. Вали оттуда. Пошли вон отсюда, пошли вон от дома. Я вам сейчас все тяжки наружу выпущу. Пошли вон. Вон пошли! Не подходит карточка. Ладно, мы еще вернемся. За 100% бандюган какой-то. Пошли домой, будем думать план. Слушай, братан, но зачем ему секретные карточки какие-то, которые двери открывают? Уже там была еще за дверь, которую нельзя было открыть? Я не знаю, ты видишь, смотри, какой подозрительный чувак ходит. Ты заметил то, что он только один в этом городе? Где все остальные? И у него пистолет. И ножик. А можем и котлеты человеческие жрали? Или кто это вообще был? Чё тут неладно? Мы успели попробовать, он нас выгнал. Да, ну смотри. Слушай, надо как-то будет к нему еще раз сходить. Ну, нужно понять, откуда вот эта карточка, и понять, что там в подвале. Угу. Сейчас. Смотри, с пистолетом ходит бандюган, 100%! Я не знаю, короче. Игорь, давай будем что-то думать. Нужно план придумать какой-то. Да. Или в полицию звонить, не знаю, ладно, сейчас придумаем. Нет, в полицию нельзя звонить, все равно нет никого в городе. Ну да, он может сожрал его. Каннибал какой-то нафиг, губка каннибал, ладно, сейчас придумаем. Пошли, короче, пошли. Mm-hmm. Пошли. Короче, Игорь, пошли, только тихо, через задний вход проберемся в дом и узнаем его секрет, этого бандюгана. Пошли. Да, надеюсь, он спит и нас не заметит. Главное делать тихо все. Главное тихо. Смотри, туда же дверь уже открыта, он куда-то выходил. Пошли, тихо.
когда уже футбол-то начнется? Когда уже футбол? А, все не то. Все не то. Тупой телевизор! Тихо! Вроде не услышал. Что это было? Что это было? Побежали. Тихо. Пошли вон из моего дома! Пошли вон из моего дома! Пошли вон отсюда! Что вам разрешилось входить? Где вы? Что где-то здесь. Выходит. Так. По-моему, такого... Ах вы большой возьмёшь пошли! Возьмите, пять! Ой! Кто это? Это манекены. Какие манекены? Это скелет! Какие манекены? Трупаки! Это для театра там я использовал манекенов. Они настоящие! Не-не-не, они не настоящие, это манекены для тебя. Ой, давайте я лучше, вот пойдемте спальню вам свою покажу, там телевизор посмотрим. Скелеты! Какая спальня? Не было никаких скелетов, забудьте про этих скелетов. Это манекены. Так вот же они никак не было. Нет, они настоящие! Там ничего нет. Ой, что-то мне не верится. Ну давай забейте, пойдемте, друзья мои, посмотрим. Ладно, братан, обсудим это дома, пойдем. Пошли. Посмотрим кино, да вы это, не переживайте. Вот тут туалет, если для что хотите, там можете сходить, так что... Да... Там тоже скелет есть. А ну давай посмотрим. Да я говорю, там... Да куда нет, ты идешь? Ладно, пошли. Наверх. Так, ой. Вот смотрите. Это моя спальня, вот, короче, это моя спальня. Давайте, чтобы какое-нибудь будем кино выбирать, кино. О, а можно боевик какой-нибудь? Да, Терминатора, давай Терминатора посмотрим. Да, Терминатора, сейчас, подождите, сейчас диск найду. Ага, так, ага, да. Вот, это, по-моему, Терминатор. Терминатор. Новости пока, новости. Это не Терминатор. Это явно будет Терминатор, сейчас мы переключим программу. Он сломал телевизор. Ладно, вы тут разбирайтесь. Можно я в тубзиле скажу быстренько? Да. Чё-то увидел скелетов, да приспичило. Сейчас, короче, вернусь. Так, это рыба, что? Да, это рыба, это вот, видишь, твой брательник. Ну, он только маленький. Знаешь что, у меня еще есть второй этаж, вообще, вот там крыша, понимаешь, есть? Ничего на крыше. А там, короче, бассейн, можно купаться, вообще, ну классно вообще. Нифига себе, это как на отдыхе прям, бассейн, коктейль. Где мы друган там, сейчас друган берёт и пойдём. Пойдём, братан, домой, там нам пора домой. Да, на крышу, пошли домой, срочно надо. Извини, сосед, нам срочно надо домой, мы еще вернемся. Братан, там бассейн. Да. Нет, там какой-то бассейн. Вы куда? Да, нужно срочно домой. Я там вспомнил, да там. Что стряслось? Да, все там нормально, пошли, быстро. Я пульт забыл выключить. Пошли, братан. Какой пульт забыл выключить? Да, пофиг, пошли. Братан, давай. Там срочно, мы там еще там вещи не разобрали, мы только переехали. Эй, ну подожди, пошли. Мы в бассейн, братан, мы давно не купались. Да, все нравится. Спасибо, сосед, да, мы еще встретимся. Спасибо, сосед, спасибо, пошли, братан. Ну ладно, пока. Что-то ты какой-то странный. Да, смотри, что я нашел, смотри, карточка нафиг, я карточку нашел. 100% от подвала того, нужно узнать, что у него там за секрет, ты понял нафиг? А где ты ее нашел? Да в туалете был, да, срал и нашел вот эту карточку. Смотри. Смотри, я даже телевизор стебзил. Ну пофиг на телевизор. Пошли. Ни хрена себе, у нас как раз телека не было. Да, я пошли, нужно узнать, что у него там. Пошли. Ну, пойдем. Короче, Игорь, вот ночь наступила, мне кажется, эта губка уже спит давно. Ты готов к нашей миссии? Да, я готов, я почти выспался. Давай, пошли. Закрывать дверь. Нужно дверь закрывать, пошли. Только тихо. Спит там 100%. Так. Тихо. Слышишь, спи. Квадратные штаны. Ваш дебил, он вас не разговаривает. Тихо, не шумит. Квадратные штаны. Прикольно. Давай, аккуратно. Квадрат. Игорь, момент истины. Пошли. Так. Смотри, офигеть! Да! Вот куда весь бикини-ботом пропал нафиг! Вот где так они! Вот почему он здесь один! Он их перерезал, он маньяк! Он весь город перерезал! Охренеть! Игорь, ты это слышал? Да, какой-то шорох. Ой! Попались, голубки! Вы станете пополнением в моей коллекции рыбешек!